Деньги в долг под залог недвижимости. Телефон 93-53-67. Возобновляются регулярные автобусные маршруты с 30 мая Оренбург-Нижний Новгород в 7 утра, со 2 июня Оренбург-Пермь в 17:30. Телефон автовокзала 38-16-43. Сдаются в аренду помещения под офисы, магазин от 30 до 150 квадратных метров по улице Пролетарской, 181, первая линия, телефон 27-77-75. Ремонт и запчасти стиральных машин, телефон 60-60-80. Детская музыкальная школа номер 5 объявляет прием учащихся на 2020-2021 учебный год. Информация на сайте dmsh5.rf и по телефонам 8-912-842-2375, 8-912-841-7268. Ремонт квартир под ключ. Быстро, качественно, недорого. Телефон 96-75-02. В аренду сдается нежилое помещение. Телефон 8-912-848-41-35. СНТ «Ледяние» уведомляет всех собственников земельных участков об обязательном переходе на прямые договоры на энергоснабжение до 1 июля 2020 года. Подробности по телефону 8-906-842-90-55. Требуется специалист по продвижению сайта, рекламы в интернете, соцсетей. Телефон 92-11-26. Требуется сиделка. Звонить 69-12-19. Организации требуются водители категории СЕ, БелАЗ, ДАПОК. Вахты в Казахстане, Оренбургской и Челябинской областях. Телефоны 8-35-363, номер 70222, 8-965-692-6021 или 8-905-847-7242. Требуется водитель с опытом работы на экскаватор-погрузчик JCB. Звонить 20-00-21. Срочно! Работа вахтой в Москве. Упаковщики, грузчики, разнорабочие. Ставки от 1400 рублей за смену. Работа на складах и производстве. Предоставляется проживание, питание. Организован выезд из Оренбурга. Телефон 8-800-777-80-51. Работа вахтой в Москве, производство чипсов, проживание, питание бесплатное, организованный выезд из Оренбурга. Телефон 8-922-550-31-80. Требуется кладовщик, разнорабочие, грузчики. Телефон 92-11-26. Требуется кладовщик и оператор ПК со знанием 1С. Звонить 444-896. Требуются охранники. Телефон 23-62-72. В компанию по обслуживанию домофонов требуются сервис-менеджер, специалист по работе со слаботочными системами. Опыт работы в сфере установки видеонаблюдения приветствуется. Наличие личного автомобиля. Звонить 78-10-15. Требуется слесарь КИПА 4 и 5 разрядов. Обязательно наличие специального образования по профессии и опыт работы не менее 3 лет. Телефон 78-92-34. В лесной парк Берендей, Дубки требуется разнорабочий с питанием и проживанием, администратор и уборщица. Телефон 677-115. Требуется продавец. Звонить 55-04-98. В район Сулака требуется автокрановщик, электрогазосварщик на полуавтоматы, слесарь металлоконструкций, а также бухгалтер материального стола. Звонить 91-45-45. Организации требуются автомеханики, автоэлектрики, автослесари, кладовщики. Вахты в Казахстане, Оренбургской и Челябинской областях. Телефоны 8-965-692-6003, 8-961-921-1786.
Требуется уборщица в автосалон по улице Волгоградской. Звонить 8-953-830-07-76. Требуется водитель категории CE на межгород до 500 километров. Обращаться по телефонам 75-85-80 или 8-922-898-88-56. В управляющую компанию требуются дворник, уборщица, слесарь, энергетик, инженер-строитель. Звонить 48-40-80. Требуются пилорамщики. Телефон 920-941. Требуется диспетчер по работе с путевыми листами. Телефон 96-02-49. В хлебный цех требуется формовщик. Звонить 90-20-09. Требуются мойщики на автомойку по улице Волгоградской. Телефон 8-912-846-98-54. Организации требуются сварщики. Телефон 8-905-887-78-94. Требуется прораб по благоустройству и машинист катка. Телефон 90-73-63. В организацию требуются заведующий складом, повар, грузчик и работники столовой. Телефон 48-00-04. Требуются охранники. Звонить по телефону 28-01-05. Организация срочно приглашает на работу в столярный цех столяров-станочников с опытом работы. Зарплата при собеседовании. Звонить в рабочее время по телефону 8-922-886-1348. Требуется слесарь-сантехник. Телефон 8-987-859-83-66. В организацию требуются плотники. Телефон 8-905-887-78-94. Приглашают водителей на городские маршруты. Звонить в рабочее время по телефону 90-73-45. Смотрите программу «Видеоблокнот» на нашем сайте media56.ru.